Всем привет! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. И в этом видео пойдет речь о баночке Полюдариум Светильник. Кто наблюдает за каналом, все знают. Давайте я включу свет и покажу, что с ним случилось. А случилось с ним хана. Вот, как это у меня бывает часто. Значит, смотрите, что тут произошло. Здесь все заросло плесенью. Я недавно добавил сюда вот такую вот стоечку. Прорядил все, попересаживал, добавил анубиас, но тут всему хана. Я не думаю, что что-то выживет. Пытался бороться алгицидом, небольшой раствор сделал, со шприца побрызгал, но на плесень это никак не влияет. Я так думаю, это даже больше повлияло на растение. Кстати, кому интересно, что здесь? Здесь простой мох и зерна мандарина. Пытаюсь прорастить, не знаю, прорастет или нет. Пока так. В общем, скорее всего, этот проект я сверну. Ну вот, все отсюда достану. Жалко, конечно, фикус дуболистный утрачен. И нигде я отростков никаких от него не срезал, не прорастил. Ну ничего. Придется, наверное, купить новый. Ну а так все вот. Лампа, крышка. Все есть, я думаю. Что-нибудь новое здесь придется придумать. Вот. От вас хочу спросить и ваших советов. Напишите в комментариях, что бы вы посоветовали сделать здесь в этой баночке. То есть я оставлю этот свет, оставлю вот этот уровень. Вот. И что здесь сделать? Может быть, здесь сделать какой-то типа аквариума, а может быть полюдариум, может какое-то одно растение посадить или что-либо еще. Давайте посоветуйте мне и попробуем это сделать. Вот. Ну, на сегодня по этому вопросу все. Всем пока!